В седьмой раз в Туле пройдет традиционная премия «Тульский бизнес». Напомним, это независимая премия в области бизнеса в нашем регионе. Среди порядка 90 претендентов на победу – Центр стоматологии инновационных технологий имени Игоря Тихонова. Клиника поборется за звание «Медицинские услуги». Напомним, что Центр стоматологии инновационных технологий имени Тихонова является одной из самых крупных стоматологических клиник в Туле. Центр стоматологии представляет собой работу сплоченного коллектива, состоящего из высококвалифицированных стоматологов различных специализаций: терапия, ортопедия, хирургия, имплантация, ортодонтия, пародонтология и гигиена. Поэтому за один прием возможно проконсультироваться сразу с несколькими специалистами, пройти полное комплексное обследование в формате 3D, а также провести необходимое лечение зубов и десен в пределах стоматологического центра. В оснащении стоматологической клиники используется оборудование от ведущих мировых производителей Германии, США, Японии, Израиля и так далее. Имеющаяся в наличии стоматологическая техника включает в себя компьютерный 3D-томограф, стоматологические микроскопы, оборудование для изготовления керамических коронок, виниров, вкладок по технологии CAD-CAM, современную компьютерную анестезию, новейшее оборудование для лечения и диагностирования заболевания десен, ксеноновую анестезию и безопасную систему отбеливания Zoom 4. И это не полный список. Мы активно внедряем современные технологии оборудования в лечебный процесс. Благодаря оснащению нашей клиники весь процесс лечения максимально эффективен и комфортен для пациента. Мы четко следуем основным принципам нашей работы – применение инноваций в стоматологическом лечении, гарантия качества проделанной работы, безопасное и максимально эффективное лечение, помощь высококвалифицированных специалистов. Новейшая рентгенодиагностика. Проведение качественного лечения невозможно без качественной рентгенодиагностики. Помимо прицельного и панорамного рентгенологического исследования, наш центр оборудован современным компьютерным томографом в 3D-формате с новейшей технологией GreenKT. Инновационная технология сверхнизкой лучевой нагрузки от Vitec позволяет проводить высокоточное обследование состояния всей полости рта пациента за минимальное время сканирования. 3D-диагностика помогает выявить заболевания на ранней стадии не только зубов и десен, но также и болезни челюстно-лицевой области. Помимо этого, компьютерная томография необходима для грамотной постановки диагноза и проведения эффективного и высококачественного стоматологического лечения. Лечение самых сложных случаев. Для проведения сложного эндодонтического лечения зубов в нашем центре применяется оптический микроскоп, с помощью которого возможно провести качественное лечение корневых каналов, а также перелечивание зубов, которые были неудачно запломбированы ранее, или в которых после предыдущего лечения остались штифты, обломки инструментов. Чтобы извлечь такие инородные тела из канала зуба, необходимо большое увеличение, то есть стоматологический микроскоп. Своя зуботехническая лаборатория. Наличие собственной зуботехнической лаборатории дает возможность проводить протезирование зубов качественно и максимально быстро. Совместная работа врача-стоматолога-ортопеда и зубного техника позволяет достичь отличного результата как в протезировании, так и в имплантации. Помимо качества лечения, специалисты нашего центра проводят сложнейшие зубосохраняющие операции, лечат тяжелые заболевания пародонта, восстанавливают зубной ряд с помощью имплантантов и современных ортопедических конструкций. Пациенты нашей стоматологической клиники выходят от нас с улыбкой, потому что работа наших специалистов в первую очередь нацелена на качество и результат.